Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, капитан команды Супрунов Андрей, Зенит Александровка. Расскажите об игре, что получилось, что не получилось. Сегодня собрались, уверенно выиграли, в принципе. Что еще? Отдохнули, наверное, после новогодних праздников. Ожидали такой ход игры? Ну, в принципе, да, как бы, блин. Потому что в прошлый раз мы их выиграли. Вот, и как бы думали, что так же сыграем. Все равно спасибо сопернику, что сыграли с ним. Круто. Да. Спасибо.